The silence of the night, demons, push our ruin. И тут я, короче, поружился, да. What's up, ребятки? В общем, хоррор какой-то. Мы едем, я так понял, на кладбище и будем работать там сторожем. Возможно, но это не точно. Я так и не осилил возможность... Точнее, я так и не почитал, о чем игра, просто увидел, что, о, прикольная игра, надо поиграть. Ну вот, собственно, название, да. Тем временем мы приехали на какой-то машине в какой-то район, густо населенный птицами, в декабре в 1995 году. Не смеркалось, заметьте, кстати. Значит, кстати, как будто машина левитирует, есть такое ощущение, да, на такой доите, что как будто машина левитирует, но она не левитирует, я подумал, что она левитирует, она не левитирует. Кстати, заметьте, у нас немножко искаженное видение какое-то, как будто рыбий глаз работает. Так, здесь у нас что? Здесь у нас шикарные автомобили стоят, возможно, это катафалк. В общем, в целом, мужик какой-то стоит. Судя по его наряду, он какой-то и имеет отношение к церкви. Но он не общается. No flashing light. У нас нет фонаря. Смотри, мы можем... Ух ты! Выглядывать из-за него резкий, как вообще. И что? И пройти мы не можем. А что надо сделать? Кого надо увидеть? Куда надо пойти? Сюда надо пойти? Нет, не идти. Я рад тебя видеть, сказал мне странный мужик, а при этом не открывая рот. Я знаю, during the first few nights you must not feel comfortable in this place. And maybe you bit scared, but you get used it soon. Ну, короче, он в принципе это то же самое говорит. Я просто, ну, мало ли, вдруг кто не понял, что он говорит. Поэтому я решил пояснить, что он говорит. Он, собственно, вот это вот все и сказал. Давайте пропустим болтологию. Собственно, мы не ради нее здесь. Мы все прекрасно понимаем, что здесь все очень будет сложно. Он нам какой-то дал предмет. Карту дал. Карту, смотрите. Значит, мы непонятно, где на этой карте. Абсолютно непонятно, где мы на карте. Но, возможно, мы стоим... А, нет, понятно. Мы квадратик. Мы розовый маленький квадратик. Наверное, мы маленький розовый квадратик. Или же мы не маленький розовый квадратик, но нам нужно понять. Фуз, вэрхаус, диссекшн холл, security room. Security room, это значит по правой стороне. Если мы предположим, что мы маленький розовенький квадратик, вот тот, который сверху, то значит нам нужно где-то пойти поверху. Это значит направо, мимо гаражей. Ну, по крайней мере, на карте выглядят как гаражи, потому что крестики выглядят крестиками снизу, а это выглядит как гаражи. Значит, нам нужно пойти наверх, пройти по длинной и потом еще, короче, по главной и потом первый поворот, первый съезд направо. И там мы, значит, security room увидим. Go to security room, собственно, talk to Johnny. Johnny... Толк, ну, говорит, что нам нужно в секретную охранную комнату, точнее, охранную зону, охранную комнату. В общем, погнали, просто давайте сделаем это. Нам бы понять, где мы вообще сейчас на карте находимся. Давай пойдем направо. И мы пошли через... Мы пошли, походу, прямо. Да, прямо. Если чисто точки зрения теории проверить, что мы пошли... А это что? Это большая церковь, да? Это на что похоже? Это похоже на церковь? Давай посмотрим. Это похоже на церковь. Часовню. Церковь, часовню. Я не знаю. Сюда попасть нельзя. Налево тоже непонятно куда. Мы вообще куда ходим? Карта вообще не понятна. Мы на карте никак не обозначены. Хотя бы, ну, серьезно. Хоть немножечко нас бы на карте как-то обозначили. Есть камера. Смотри, камера есть. Есть камера, и я, по-моему, заблудился в этих. Я заблудился в этих парках. Маленький домик есть, смотри. Давай попробуем обойти по кругу и чисто вот гипотетически представить, что у нас тут происходит. Смотри, во-первых, у нас есть мужчина. У нас есть мужчина, который тоже, как и я, видимо, заблудился здесь. Выглядит он вменяемо страшно. Адекватно страшно, я бы сказал. Не то чтобы я прям сильно бы боялся, но у него как бы один глаз немножко больше другого и... Чуть-чуть вылезает из орбит. Я не знаю, что с ним происходит, но это ненормально. В принципе, аномально нормально быть вот таким вот мужиком и пялиться на что-то. Так, ну ладно, суть дела-то не в этом. Мы прошли все, что можно было пройти, и так и не нашли security room. Пойдемте направо, посмотрим, что здесь. Есть здесь маленькая комната. Я опять же повторюсь, что я не могу до сих пор понять, куда нам идти и где. А, подожди, кресты. Кресты и дорожка Т-образная, и у нас, значит, что? Это вот похоже на что? Это похоже, да, вот так вот вниз крести и домик. Значит, мы находимся вот здесь. Значит, нам сейчас нужно что? Нам нужно сейчас вернуться обратно. Там, где стоял мужик, сразу повернуть налево и как бы по касательной пройти, и мы подойдем до security card. Все, я определился, где. Теперь понял, где мы. Я прям...
въехал, я бы сказал, буквально на машине сюда и понял, где я. Так, вот, да, вот security room, вот оно. Теперь я правильно ориентирован, да. Это, походу, мой напарник или охранник комнаты охраны. Ну, что-то одно из двух. Либо он реально охранник комнаты охраны, либо... Или, может быть, у меня свой... Может быть, у меня свой дворецкий есть, я не знаю. Это не точно. Мы все равно это рано или поздно, да. Я также понимаю, что мы войти не можем. Как я это понял, мы не можем войти. То ли мы выросли в какой-то момент, то ли дверь стала уже, то ли там невидимый барьер, то ли этот мужик требует, чтобы мы с ним пообщались. You must be have new night shift guard. Ну, в общем, вы поняли, да. Здесь есть телевизор, все удобства, стул, стол, видеомагнитофон, тетрадка для непонятных записей. Ни в чем себе не отказывай, развлекайся как хочешь. Но ночью, понимаешь, ночью, здесь вообще другие ощущения. Днем как-то скучно, а ночью повеселее. Ночью всякие, он говорит, призраки тут. Доживи до утра. Тебе надо провести ночь, и чтобы все было very wonderful, чтобы все лежали там, где лежат, все сидели там, где сидят, и чтобы все было, как было. Вот. И после чего ты можешь идти домой. Чем-то похоже на одну игру, по-моему, Mortary Assist, по-моему, или как-то там. Мы играли тоже, там что-то похожее было. Надо было дожить до утра и не сойти с ума. Окей, нам все ясно. Я так полагаю... О, смотрите, все-таки, смотри, колеса пропадают куда-то. Все-таки колеса куда-то пропадают. В общем, это какая-то странная зона. Кто уехал, я так и не понял. Возможно, уехал охранник вместе со священником. Может быть, священник уехал вместе с охранником. Там нужно разобраться, кто у них главный в отношениях. Но это не важно. Для нас это абсолютно не важно. Но ясно только одно. Я остался один. И that tell male steals grave in half, ask him to go blind. Непонятно, что, зачем мы повернулись, но он что-то услышал. Наш мужик что-то услышал. Наш охранник что-то услышал. Да зайди ты. Почему? Ну почему нельзя зайти? А что должно произойти, чтобы я зашел? Непонятно, да? Непонятно, что должно... А я дверь не закрыл или что? Мужчину надо проводить или куда? Молодой человек. Excuse me, sir. Извините, сэр, you must ask you leave this place. Вы должны покинуть это место, this gentry closed from 5 p.m. over the have to gate. Прости, конечно, мужик, но таковы правила. Приходи завтра, в то же время. Наши часы работы неизменны. Так, он очень странно ходит. Прямо от этого еще жути больше. Серьезно, смотри. Что-то с этим фламинго не то. He seems nervous, did he get upset by... Что-то там последнее слово мы не прочтем, мы не узнаем никогда, но у вас есть возможность это узнать на повторе. В общем, my English very well, продолжаем. И теперь мы можем с полным удовлетворением, с полным спокойствием того, что мы остались здесь наедине, ну, если смотря, как вообще учитывать. Если с живыми, то, конечно, наедине с самим собой. Если с мертвыми, то нас много еще тут. Всех не выгонишь, как говорится. Все, отправляемся в комнату пережидать нашу ночь. А что из этого выйдет, мы сейчас узнаем. Ну а пока где началась наша ночная вздышка уже. Ребят, наливаем чаечки, садимся поудобнее и погнали. Кажется, у нас начинается раскрытие сюжета. Дверки закрываются, булки наши сжимаются. Начинается наша игра, да. Значит, у нас есть телефон, у нас есть радио. Ух ты, какое громкое радио. У нас есть паяльник. Зачем-то... Что? Зачем-то паяльник? Кровать есть. Кровать, непонятно, что с кроватью. То ли здесь кто-то несвежий побывал. Ну, в общем, не важно. У нас есть ящики. Ящики непонятно тоже зачем. У нас есть окно, в которое мы видим что-то, напоминающее часть ландшафта территории. И у нас есть компьютер. Давай посмотрим по камерам. У нас есть камеры. По камерам у нас что? У нас есть... А мы можем управлять камерой как-то? Touch doesn't need new touch oil yet. Touch it. Мы не можем пока точкать, ну, в смысле, need yet еще пока. Мы еще need yet еще не можем touch oil.
Но в целом, по-моему, прекрасно сейчас вот обстановка. Ничего, по-моему, сверхъестественного не происходит. Смотри, все светится, как светилось, все капается, как капалось, все не колышется, как не колышилось. Вот, по-моему, все камни на брусчатке, вообще все на своих местах, как бы двери закрыты. Это внутри, я так понял, часовни. Кто-то лежит на полу. Может быть, а так и должно быть, я не знаю. Может быть, это искусственно созданный эффект старинности этого помещения. Я не знаю, знаешь, как паутину вешают, да? Так, смотри, у нас вот что-то произошло. Течь в трубе. Смотри, течь в трубе произошла. Мы заметили, нам даже треугольничек показывает. Мы здесь заливаем. Мы здесь заливаем. Но с другой стороны, ну и что? На улице вообще дождь идет. Как-то. Здесь тоже ничего интересного не произошло. Все, на выходах, входах все замечательно. Картины висят на стенках, коляски стоят в морге. Все хорошо, за исключением урны перевернуты. Да, но нам на нее акцент не делают. Как бы тут и так грязно, да, никто и не заметит. Отлично, значит, у нас есть задание. Tap the check. XMNM. Я думал, вообще реально MNM какой-то. SMN the water pipe. Надо трубу заделать, я так понял. Исправить дырку в трубе. Дырку в трубе исправить. Труба у нас... Воу! Блин, колонна так внезапно появилась, что у меня Мурашкевич продрог. Мурашкевич продрог, и я немножко испугался. Да, вон, смотрите, впереди у нас труба, и мы ее сейчас заделаем. Я слышу, как сзади лает меня собака. Я не буду даже поворачиваться, потому что у меня есть задание. А когда у меня есть задание, задание превыше всего. Сначала нужно сделать первичные дела, а уж потом заниматься вторичными. И что? Я не пойму. Он посмотрел налево, значит, где-то здесь должен быть вентиль-кран, прорвался, и мы закручиваем. Нам как бы подсказки дают. Что тут написано? Have you ever heard the cries of the demon? Have you ever heard... В общем, кто-нибудь может перевести? Ребят, вы знаете, что здесь написано? Серьезно. Не стойте как истуканы. Я вообще-то с вами разговариваю. И вы в курсе, что тут... Вот вечно так, когда людям что-то надо, все тебя находят. Когда ты чего-то хочешь, все теряются куда-то. Я не понимаю, что за жизнь вообще? Я очень расстроен. Не по-человечески на самом деле вы со мной обходитесь здесь, на самом деле. Я нормально вас попросил, могли бы и помочь. Но что у нас? У нас, значит, труба перестала течь, сочиться. Да, труба перестала сочиться, течь, вытекать, в общем, делать все свои мокрые дела. Я думаю, нам нужно теперь по логике вещей отправиться обратно на наш домик, в нашем домике заняться нашими домичными делами. Вот. Дверка закрывается, булочки сжимаются. Мы продолжаем наш рассказ. Смотрим. Touch oil yet еще нет. Вообще никак. Поэтому пока просто левой кнопкой мыши я разобрался в управлении. Это было сложно, но возможно мы это сделали. Мы разобрались в управлении. Значит, здесь ничего не нужно делать, кроме как жать на левую кнопочку мышки. Мы жмем на левую кнопочку мышки и внимательно наблюдаем за обстановкой. Мимо наших зорких камер не должно ничего не произойти. В смысле, все вообще должно попасть на объективы наших глаз. Мы должны за этим наблюдать. У нас очень ответственная работа. Мы 56 человек на это место было, и меня выбрали лучшим, потому что я самый бдюдительный. В старинном здании ничего не произошло, вроде все на своих местах, все нормально. Здесь тоже ничего интересного. Машины стоят, они никуда не движутся. Было бы неплохо, если бы они куда-нибудь ехали. Подожди, а машины точно на своем месте? Или это они уже на новом каком-то месте? Нет, на своем месте, калитка закрыта. Возле калитки никого и ничего не происходит. Смотрим еще. На правее ничего не произошло. Так, значит, картины висят, где висели. Дверки где были. О, ну вот, смотри, да. У нас тут аномалия. У нас упал пакет какой-то. Его нужно туда обратно поставить. У нас мигает здесь свет. В общем... Какая-то штука тут невеселая вообще ни разу происходит.
Что ж, теперь нам нужно понять, где находится Change the Current Discrete Hall, check it out. Discrete Hall. Мы находимся здесь, нам нужно выйти, значит, как мы выходили за забор, пойти направо и первый проход направо. Вот, и мы попадем туда, куда мы хотели попасть. Всегда, когда открываете дверь, немножко отходите назад. Возможно, вдруг в этот момент какая-нибудь дикая птица совершает свой смертоубийственный полет и может чисто гипотетически, случайно, увидев, что двери нету, подумать, что это сквозной проход, пролететь и просто врезаться в вас, лишить вас зрения или еще нанести какие травмы, увечья, а возможно даже несовместимые с жизнью. Иногда бывает так, что дождь на улице и вас может просто тупо обрызгать чем. Поэтому всегда чуть-чуть отходите, когда открываете. Тем временем мы разобрались в карте и мы нашли, где находится вот эта вот комната, в которую нам нужно зайти и в которой нам нужно заняться тем, что навести порядок. Здесь все хорошо, здесь все замечательно. Мы заходим. Ах ты ж, какая красотка! Какая красотка, да. Наш... все в порядке. Ну, как-то ты без надежды вообще смотришь, честно говоря. Кто-то тут staff only. Я и есть staff. Ну, в смысле, рабочий. Но тут что-то ничего не происходит. Что-то выбежало, возможно. Нам нужно это теперь поместить обратно там, где оно лежало. Мы это разместили обратно там, где это лежало. Выглянем в окно на всякий пожарный. Посмотрим, закончился там дождь или нет, чтобы понять, стоит ли нам брать... Слушай, а года тебя вообще не пощадили. Как время быстро летит. Вроде бы мы провели здесь всего пару минут. А смотри, как уже ей стало плохо. Как возраст докинул это время, а? Здесь тоже ничего без изменений вообще происходит. Ладно, да, мы свою миссию здесь закончили. Пока ничего такого, чтобы я бы сказал, чтобы было бы такого, не произошло. Поэтому проверяем, что все двери закрыты, потому что после нашего ухода было бы неприятно, если бы кто-то опять зашел и опять нахулиганил, как он нахулиганил до того, как мы сюда пришли. Вот, и поэтому мы отправляемся обратно. Обратно в сторожевую свою комнатку. Кто у нас здесь появился? У нас здесь череп появился. A skill that you water is real fake. Выглядит как реалистичная подделка, выглядит очень реалистично. У нас звонит телефон, кстати, да. У нас звонит телефон. Хотя телефон больше похож на такой, который бы не звонил вот так вот, а больше дрынкал. И дверь сама закрылась. Ладно, хорошо. Алло. Можете, пожалуйста, выключить радио? У вас очень сильно фонит из-за колонок. Ничего не понятно. И бросили трубку. Видимо, что-то не... О, смотри. У нас готовится еда. Еда? У нас готовится еда, причем непонятно, да, до конца? То ли она готовится, включена, то ли она не готовится. Пламя не гуляет, поэтому, возможно, это просто эффект был такой, как будто что-то готовится. А мы продолжаем. События за событиями происходили в нашей игре. Что же будет дальше? Давайте посмотрим по камерам. Итак, мы опять настроили все свои внимательные внимательности и наблюдаем за происходящими происходами, которые творятся на этой локации. В промежуточных коридорах все чисто. На заднем дворе все чисто, ничего интересного. Возле странного здорового здания тоже все чисто. Внутри странного большого здания тоже вроде бы как все чисто, я пока изменений не вижу. Вдоль труб все чисто. По главной аллейке тоже все чисто, ничего не изменилось вроде бы, да. Машины стоят там, где стояли. Во! У нас возле главного входа появился мужчина какой-то. Появился мужчина в каких-то очках и шляпе. Он за нами пронаблюдал. В комнате, в которой мы произвели уборку, ничего не происходит. Давайте еще раз посмотрим, возле забора стоит ли еще мужчина. Он еще стоит. Возможно, он хочет войти. Поэтому давайте... Guys is standing. Don't need to tell him to go. Go back to security room. Go back. Я вернулся. Я в security room. Ты не должен с ним разговаривать. А что я должен сделать? Позвонить? Мигает лампочка, как будто нам надо что-то сделать. О, вот, смотри. I'm the security guard of this camera. Очень страшные вещи. None on the east. Я прикалываюсь, ребят. Значит, странные звуки происходят здесь. Мы не знаем, что это такое. Это нечто, что издает эти звуки. Оно не человек.
себе. Мужчина все еще стоит. Я так полагаю, что нам нужно вернуться и поговорить с этим мужчиной. Но мы заперты, прикинь. You need to rest. Тебе нужно отдохнуть, поспать. Ладно, давайте отдохнем, поспим. Странно, у нас там кто-то есть, но мы не пошли к нему, мы пошли спать. То есть у нас кто-то гуляет. Возможно, он может, я не знаю, вскрыть дверь. У него может быть оружие, пистолет. Он может нас застрелить сквозь окно. Мы не знаем истинные мотивы его. Но мы пошли поспать. И что мы здесь увидели? Мы здесь увидели какую-то... Это сон, да? Это сон. Нам нужно куда-то двигаться. Я так полагаю, нам нужно идти на свет. Если мы будем идти на свет, то однажды мы куда-нибудь там выйдем. Или же нам нужно идти на фонарь. Или на свет. Я пока не понял, но я вижу фонарь. Давайте двигаться, в принципе, наискось. Возможно, мы куда-нибудь-то придем. Карта рано или поздно закончится, она не может быть бесконечной. Ну, судя по всему, да, у нас есть... Да. Это правильный выбор. Если на однообразной карте появляется что-то, что не вписывается в это однообразие, значит, это то, что мы ищем. В данном случае фонарь никак не вписывался в кресты. Замечательно, у нас наступила ночь. Игра такая, как бы... What, why, where. Я же говорю, кто-то заходил, кто-то был. Flashlight. Нам нужна flashlight. И... А на какую букву брать? Точь. Так я точкаю. Not touch to equine. Я не могу взять фонарь, почему? Так, у нас все вроде бы нормально. Возле старого здания тоже все хорошо. На центральной аллее тоже все замечательно. В старом здании ничего не происходит. Вдоль труб все хорошо. Машина под сигнализацией. И в здании, где мешки, все тоже замечательно. И нам надо теперь пойти туда проверить. У нас есть фонарик. Вот, на F. Tap to check. Pick the flashlight and find a way to disable the car alarm. И найди, как выключить сигнализацию. Возьми фонарь и пойди выключи сигнализацию в автомобиле. Я взял фонарик и сделал все, как там говорилось в нашей инструкции. Пошел дизейблерить car alarm. Где она там, alarm, вот это все делает. Пока, в принципе, все нормально, все хорошо. Вот машина, и она делает свои звуковые сигналы. Я так полагаю, нам нужно сходить вот в эту комнату. Там, возможно, будут ключи от автомобиля, потому что, ну, по крайней мере, нам туда сказали сходить. Дверь я открыл и зашел вовнутрь. Вовнутрь мы нашли ведро какое-то. Ведро как бы нам указывало на ключ. Инвентарь. Я так полагаю, что второй ключ инвентарь нам тоже понадобится. Но пока он нам не нужен, поэтому мы его оставим. И мы взяли какие-то ключи. Какие-то ключи, теперь мы можем пойти и заняться тем, чем мы занимаемся обычно. Выключением автомобиля, когда он издает сигналы. Судя по всему, да, мы просто перегрызем провода, чтобы он больше не сигналил. И вернемся обратно в свою... теплую маленькую сторожевую комнатку, специальное место, где мы можем безопасно провести свое время с интересом только для себя. И что у нас происходит? У нас выключается электричество, не работает телевизор. Это опять какие-то the fuse has blown, find the fuse. Трансформатор. Где у нас может быть трансформатор? Мы находимся здесь, да? Тем временем смеркнулось довольно-таки прилично. И мы ищем фусхарт, что дырка, чтобы сходить и... Вот, смотри. Нет, не пролазит. Но очень похоже на то, что тут вот можно как-то и пройти, да, пролезть. Но у нас тут ничего не пролазит. Поэтому мы идем налево и... Где-то здесь тропа должна идти прямо к фусхарчту дырка. Трансформатору, который мы будем сейчас... вот он, да, вот трансформатор, вот что-то здесь повредилось. Что-то здесь повредилось, мы заново все это включили. Сейчас я так предполагаю, что мы повернемся, и сзади нас будет множество прекрасных ребят. И что? Что ты кричишь?
Вообще-то, между прочим, в таких местах кричать нельзя. Это место, где нужно соблюдать строгий режим тишины. Причем настолько строгий, что даже библиотека покажется цветочками по сравнению с этим местом. Смотрим, что у нас происходит тем временем на улице. Я напомню, что это наша основная задача — смотреть за тем, что происходит на улице. Именно за это нам платят. Пока мы смотрим, денежки идут. Ох ты! Ну вот, пока мы ходили, выключали сигнализацию, нас это был отвлекающий обманный маневр. Кто-то зашел и опять навел бардак. Теперь, что мы должны сделать? Мы должны сходить в warehouse, discreet hall. И в discreet hall должны, значит, сделать так, чтобы было все хорошо. Поэтому мы сейчас пойдем в discreet hall. Я бы сказал, мы даже побежим в discreet hall, потому что, честно говоря, хотелось бы уже сделать побыстрее все дела и продолжить смотреть в камеру. Потому что пока мы в камеру не смотрим, у нас, напомню, денежки не идут. Нас наняли смотреть, понимаешь? Смотреть, наблюдать, чтобы все было чисто и порядочно. А когда я не смотрю, оно не чисто и не порядочно. Мы заходим, и что мы видим? Мы видим кучу всего непонятного. Все очень странно. И что? Почему здесь так происходит все? Что вообще? И как теперь это все вообще? Что? Куда? Кто не ответит на эти вопросы, почему здесь вот так вот? Картина. Он еще и картину украл. Не, ну это нормальный. Я так предполагаю, что в соседней комнате ты вот как раз таки этими беспорядками занялся, да? Да, да, да. Вот где ты ходишь, где ты лазишь, что ты лазишь, куда ты лазишь? Find a way out. Я если сейчас пропущу свой вечерний ток-шоу, я ж, ну, потом я, ух, как найду виновника, кто в этом виновник, я ж потом... Как вообще устрою все, как устрою, это будет, как будет. Так, но здесь тоже мы не можем вылезти, смотри, написано find the way out. We will not be... Заставлю стены отмывать вас. Кто бы там вообще был, не был. Вот, ключ, да, я ж сказал, что предположительно мне нужен какой-то ключ. Я предположительно предположил, и как я угадал, да? Что мне нужен ключ, но дверь тут закрыта. Значит, есть вторая дверь, которая была. Да, вот вторая дверь открыта. И есть здесь котел, смотри. И что сделать с котлом? А, топор, точно. У меня теперь есть топор. И с помощью топора я могу разбить дверь. Смотри, тут уже кто-то стоит. Оу, Джизус, а кто это такой? Чё ты там стоишь, забыл? Дверь открой сюда мне. Ну, взял я топор, надо теперь догадаться, куда этот топор применить, да? Security only stuff. Свет не включается. Свет не включается. Деревянные эти изделия не... Оу, блядь. Вот эти вот в последнее время напидоренные окна такие блики дают, что прям иногда страшно себя видеть в отражении. Так, и все. Так я мог руками это сделать. Зачем мне для этого нужен был топор? Что у нас здесь? У нас здесь... Что? Check, keep Johnny informated by phone. Нам нужно проинформировать Джонни по телефону о том, что здесь происходит. Что у нас очень странно все. Что кто-то украл его любимую картину непрекрасной дамы, висевшую в комнате с надутыми пакетами. И, кстати, да, кто-то сдул пакеты. Это тоже, знаешь, отдельная статья хулиганства. Поэтому мы сейчас... Ох ты! В смысле, алло? А кто это здесь? Кто это здесь? Кто здесь, непонятно, но он что-то очень интересное тут делал. Так, а нам тем временем нужно проинформировать Джонни, ребятки. Давайте проинформируем Джонни по телефону. Hello? Hello, Mr. Johnny. There's a problem. What's going on there? I just realized that the bodies are not in their place. What should I do?
Mr. Johnny? I can't hear you. Can you hear me? Oh, Jesus. В общем, произошел какой-то сбой, и мистер Джонни нас больше не слышит. Дела здесь начали только набирать полный ход, обороты, и вообще приключения наши только начали развиваться. Что будет происходить дальше, вы узнаете в следующем видеоролике. С вами был канал Gameless by Rock. Увидимся, ребятки, пока!